ma matki jest olbrzymia i o tym wszyscy wiemy. Роль матери огромна, и все об этом знают. Мама – это самый важный человек для каждого. Но современный мир забывает о том, что роль матери важна. Для этого нам надо подчеркивать значение материнства. Основная проблема в том, что современные женщины чувствуют себя потерянными и зачастую не знают, что могут реализовать себя как мамы. Этому они предпочитают профессиональную деятельность, карьерный рост, зарабатывание денег, в то время как материнство – это что-то добавочное и излишнее. Таким образом, женщины обманываются, и это наносит вред и женщине, и обществу. Материнство прекрасно, и об этом нельзя забывать. Материнство несет в себе много особой радости. У меня трое детей, и я знаю, сколько радости мне доставляло кормление грудью, объятия детей, учить их первым словам и молитвам, как «Отче наш», помогать им делать уроки. Да даже и простая прогулка – радость. Просто быть вместе. При всем этом роль мамы необычайно важна. Мать и дитя. Невозможно быть матерью и не иметь детей, думая исключительно о себе. Материнство подразумевает служение другому человеку. Нужно посвятить себя другому. Вот, именно этого и боятся многие современные женщины. Но тем не менее, это важная составляющая, и кроме жертвования себя, материнство приносит удовлетворение. Не секрет, что пока ребенок растет, маме приходится от чего-то отказываться. Но глядя на то, как растет мое дитя, как развивается, как прекрасен этот человечек и кто из него вырастет, видя все это, получаешь такое удовлетворение. Это просто любовь. Любовь матери и любовь ребенка к маме. Современные женщины зачастую не видят себя в роли матери. Откуда это берется? Я много об этом думала. И прежде всего полагаю, что первой причиной является приобретенный негативный опыт. Потому что если кто-то жил в семье, где наблюдались сцены насилия или злоупотребляли алкоголем, где не было места радости, то достаточно сложно потом видеть себя в роли матери. Такая девушка с легкостью пойдет на поводу пришедшей из Соединенных Штатов идеологии радикального феминизма, утверждая, что материнство никому не нужно. Бери от жизни все, что можешь, самореализуйся. А ребенок – это своего рода несчастье, обуза. Как правило, девушки, занимающие такую позицию, выросли в семье, где женщина крайне зависит от мужа, где над женщиной надругались. Тогда получается, что семья – это место неволи и насилия. Вот такое искаженное понятие супружеских отношений и семьи. Страшно, не правда ли? Ведь семья должна быть местом, где ты в безопасности. Это наш дом. Девушку, выросшую в сложных семейных условиях, трудно убедить в том, что любовь прекрасна, что материнство приносит радость, что можно полностью доверять мужчине, ответственному и зрелому, и что можно построить совместные отношения, и что это может быть супружеством, настоящей семьей. И мы должны об этом говорить и показывать это. Современные девушки, становясь независимыми, говорят: «Извините, но не за наш счет. Мы согласны на партнерство, сотрудничество в отношениях». Однако этого зачастую недостаточно. Тут ответственность должна затрагивать и мужчин. Это не только сугубо женский вопрос. И каждый отец должен заглянуть в свое сердце и понять, насколько он важен и сколько ответственности он несет за своих детей. Я работаю в России уже много лет, сотрудничая с организациями по защите жизни на местах. И из личного опыта могу сказать, что на встречи, посвященные вопросам воспитания, приходят в большинстве своем мамы, бабушки, а отцов нет. Нет мужчин на этих встречах. Мужчины говорят: «Ну сделай что-нибудь, это не моя проблема, ведь ты же мать», даже не думая о том, что это его ребенок. Просто мужчина не хочет быть ответственным. Но бывает, что женщина не позволяет ему быть ответственным за своих детей. Тогда в этой семье случается трагедия, наступает развал семьи. И больше всего страдает самый слабый. А самым слабым в семье оказывается ребенок. Мы не попираем таких очень...
экстравагантских программов. Зачастую противоречивые идеи отражаются в средствах массовой информации. Люди, занимающиеся вещанием, должны понимать ту ответственность, которая является составной частью их работы – показывать правду о жизни. Важно, чтобы образ человека не был искажен, чтобы не было поверхностного видения жизни. Да, я согласна, вокруг нас происходит много всего нехорошего, но ведь и прекрасное тоже рядом с нами. Однако добро не всегда заметно, на него надо указать. Давайте вместо сложных и тяжелых ситуаций покажем положительную сторону семьи. Ведь это, я уверена, вдохновит молодых людей. Ведь в их сердце уже есть жажда к прекрасному. Они ищут любовь, ищут радость, ищут общий язык, ищут Господа Бога.